Многие армрестлеры, которые ходили в обычную качалку, наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда делали специализированные упражнения, к ним подходили ребята, занимающиеся бодибилдингом или другими видами спорта, и спрашивали, что за бесполезные упражнения они делают. Мы решили смоделировать такую ситуацию и, сняв маленький фильм на эту тему, никого не хотели обидеть, не судите строго. Ждем ваших комментариев о том, были ли у вас похожие ситуации. Что ты делаешь? Ты бы лучше за ним тренировал. Что ты делаешь? Супинаты. Ты бы лучше суп училась варить. Ты каким видом спорта занимаешься? На руках, что ли, борешься? Пойдем поборемся, терминатор. Может быть, я? Нет, ты ему руку сломаешь. Вот это пронатор. Вот это супинатор. Пронатор. Ты бы еще бы задницу накачал.